всем салют. Вы на канале Custom Track. И сегодня мы уже находимся в славном городе Осиповичи. И наша задача перегнать наш Урал к нам на базу, установить лебедку, проделать все манипуляции необходимые, о которых я говорил уже в предыдущих видео. Если вдруг вы не смотрели это видео, обязательно проходите на мой канал и смотрите этот интересный ролик с первым запуском нашего Урала. Сегодня наша задача доделать то, что в прошлый раз мы не смогли сделать, не успели, и выдвинуться домой. Юра уже разложил инструмент, и сейчас будем начинать работать. Кстати, по поводу инструмента. Спонсором нашего сегодняшнего выпуска является компания Forsage Instrument Bell, которые нам помогают, которые прислали нам очень классный инструмент, который нам понадобится при ремонте. Ну а если вам нужен инструмент для ремонта от Запорожца до КРАЗа, то вы можете без проблем зайти на их сайт, посмотреть, выбрать что-то для себя подходящее. Они являются одним из крупнейших поставщиков инструмента, как на территории Беларуси, так и соседних стран. Поэтому обязательно проходите на их сайт. Естественно, ссылку я оставлю под этим видео. Заходите, выбирайте, если вдруг вам что-то понадобится. Без проблем, обращайтесь. Классная очень компания. Ну а мы продолжаем. И сейчас покажу вам, на каком мы этапе находимся. На нашем Урале уже сменен кунг. Кунг стоит новый. Абсолютно очень хорошем состоянии. Внутри лежат запчасти для установки лебедки. В том числе и сама лебедка, которая находится в задней части кунга. Ну а Урал наш выглядит вот так. Здесь, как вы помните, лежат наши вещи. Мы их потом, естественно, переложим, наведем порядок. Заменили помятую дверь уже. То есть та водительская дверь теперь выглядит хорошо, не замята. Кунг очень хорошенький. По красоте все. Вот задняя часть тоже. Ну и Уральчик наш. Просто очень-очень хороший Урал. С собой набрали много вещей. В том числе сняли реле зарядки с КРАЗа. Рабочее сейчас установим, чтобы у нас была зарядка. Также щетки, но, к сожалению, забыли зеркала взять. Хомутики взяли. В общем, затарены по полной. Уже поменяли патрубок. Вот на антифриз, который здесь у нас подтекал. И сейчас займемся уже релюхой. Ничего не украли, пока нас не было? Нет, все в норме. Это хорошо. Сейчас поставим туда релюшку, поменяем. И будем пробовать его запускать. Я думаю, он запустится без проблем. Единственное, конечно, не знаю, как мы поедем без зеркала. Без зеркала печаль ехать. Ну вот, релюшка заняла свое место. Сейчас нужно здесь только убрать нам эту нашу лампочку временную. И можно будет пробовать. Здесь уже установил я аккумуляторы тоже. Лемка одна осталась. В принципе, сейчас сходим за антифризом в наш легендарный колодец. И можно попробовать его уже будет запускать. Накачаем топливо. Ходили в колодец за антифризом. Сейчас зальем. Юра будет следить краники, а я буду заливать. Погоду мы выбрали, конечно, не очень. К сожалению, идет дождик, снег. В общем, непонятно. Учитывая, весна. Какая погода была утром. Да, но ехали мы сюда, просто все в снегу было. Это ужас просто какой-то, ужас. Еще раз глянем масло. Нормально. Скачиваем топливо. Надеюсь, его не слили, пока нас не было. Сейчас будем запускать. Сзади закрепляем знак аварийной остановки, поскольку у нас фонарей нету, к сожалению. Поедем со знаком. Топливо попытался я подкачать. Нифига, что-то он не качает. Видимо, то ли оно ушло, то ли его здесь слили. Сейчас попробуем просто так дринкануть. Может, запустится там на остатках, потом закачает. Немного переживаю, но я думаю, все будет нормально. Купил новое реле поворотов, сейчас его тоже вкинем. Я уже вот вижу качество, блин, капец. Надеюсь, будет работать. Устанавливается оно здесь возле передней двери. Вот здесь. Вот у нас есть разъем. Один и второй. Сейчас установим. Ну все, пробуем стартануть. Полты
я не смог подкачать. Может быть, оно было накачано, и поэтому он не качал. Легонько идет. То есть реально реле работает. Нам нужно сейчас поставить повороты, подсоединить. Но они не работают, я подсоединил, релюшка не срабатывает. Ну, возможно, там лампочек нету, да. Ладно, хорошо, сейчас... показывает у нас. Да. По-моему, они не слили, они налили нам солярку. Да. Сейчас я постучу, еще нальют. Не, ну что-то показывает. Ну, нам как бы хватит. Да. Так, ну все. Сейчас нам нужно еще ставить лампочки в габариты, в повороты. Все равно это разбирать. Хотя бы перед будет работать поворотов, правильно? Уже более-менее что-то. Хотелось бы зад, но сзади нету возможности. Я же возьму изоленту и заизолирую сейчас все провода, которые вот эти вот валяются, чтобы их так в таком виде не было здесь. Ну что ж, долили масло в гидроусилитель еще. Я заизолировал проводку, чтобы здесь не болталось. Там тоже навел порядочек. В принципе, мы готовы. Установил щетки. Щетки не родные, к сожалению. Пришлось приматывать изолентой. Но это, надеюсь, нам не понадобится, поскольку уже вроде как дождя нету такого. Вот. И, в принципе, мы готовы к выезду. Очень, конечно, стремаюсь немножко. Но, как обычно, знаете, перед поездкой дорога не близкая. Примерно 280 километров нам нужно будет проехать, потому что мы поедем в объезд платной дороги. Но, думаю, все у нас получится. Выдвигаемся. Ну что ж, друзья, мы готовы к выезду. Сейчас прогреваемся чуть-чуть, накачаем воздух. К сожалению, нет у меня, блин, зеркал. Будет ехать тяжело. И Урал тухнет. Попытка выехать абсолютно неудачная. Урал заглох. Мы теперь на канистре. Сделали бак. Провозились, блин, полтора часа. Не могли найти причину. В баке что-то подбивает, в общем, и все. А в прошлый раз ездили, было все в норме. Пробуем выезжать. Проверим тормоза, чтобы у нас были. Все нормально. Едем потихо. Плохо, что без зеркала, это ужасно. Двигатель в этом Урале абсолютно по-другому работает. Просто совсем по-другому. Тормоза здесь вообще классные. Железнодорожный переезд. Ручничок. Все в норме пока что. Сейчас у нас будет очень сильно обгорать глушитель. Я не знаю, как с этим бороться.
Там уже все в дыму. Дороги, по которой мы тащили два села. Та легендарная фотка, когда мы ехали со средней скоростью 20 км в час, 20-25. Это было что-то с чем-то. Вспоминаю прям, это ужас. Друзья, наша первая остановочка. Урал на Юз тормозит. Серьезный аппарат. Так. Что у нас там с глушителем нашим? Ой-ой-ой-ой-ой. Как это нам его опалить? Ну, неважно, сейчас вот он уже обгорает. Потихоньку обгорит. Обязательно проверить нужно ступицы наши. Главное, чтобы он не пыхнул, блин. Ступицы нормуль. Кунг. Не гуляет ли наш кунг? Ужас, бляха-муха. Но в целом полет отличный. Валит он, конечно, не сравнится. Просто бомбезно, блин. Едет очень хорошо, набирает обороты четенько. То есть я еду на нем, чуть-чуть газа даю. А на моем Урале нужно постоянно топить в пол. Постоянно топить, топить, топить. Почему так, не знаю. Сейчас перекусим. С глушителем пока не знаю, что делать. Может быть, тряпочкой пройду его, счищу. Вот бак наш выглядит вот так. Жалко, что канистра непрозрачная. Так бы можно было вообще четенько контролировать расход топлива. Обед. Что там ездит такое? Шишига. Шишига. Выедет, конечно. Лесники ездят. Пообедали очень вкусненько. Продолжаем движение. Еду не быстро, в районе 50-60 км в час. Не спеша. Урал едет, конечно, не сравнится, как на мой Урал. Двигатель здесь, ну, потише работает, не знаю. Надо нам добиваться тоже такого же. Закончилось у нас первых 18 литров, сейчас залили еще 18. Я думаю, в этой поездке мы точно узнаем расход топлива Урала. Поехали дальше. Перелили, Юра заедет на заправку, возьмет еще 20-ку и будем так ехать. Славный город Бобруйск,
всем моим подписчикам из Бобруйска огромный привет. Спасибо, что смотрите. Мы в вашем родном городе. Впереди учебный бычок. Нет, это Валдай. Валдай. Урал ведет себя нормально. Топлива нам хватит на ближайшие километров 60, хотелось бы. А там посмотрим. Резина на Урале бьет на скорости до 50 примерно, потом идет отлично. Завод трактор деталей и агрегатов. Завод тракторных деталей. Пропускаем пешеходов обязательно. Здесь стоят трактора. Ну и красный нам. Без зеркал очень плохо ехать, друзья. Очень плохо. Выехали мы из Бобруйска. Конечно, пришлось попотеть, но в целом нормально все. Я-то не первый раз на грузовике, но, конечно, неудобно, когда вот в таких условиях. Но, тем не менее, впереди уже кольцо Бобруйское. Сейчас нам до Могилева соточка. И там 80, 180 километров осталось. В принципе, не так и много. Главная проблема — это топливо. Как будет выглядеть процесс дозаправки, блин, вот как нам угадать, чтобы не просохнуть. Проезжаем Кировск. Вот здесь автовокзал и очень вкусные смаженки. Остановились на очередную дозаправочку. Вот так она происходит. Получается, проехали 56 километров с учетом того, что ехали по Бобруйску и спалили 18 литров. Сейчас заливаем 20 и попробуем, сколько хватит на 20 литров. Но примерный расход — это 34 литра получается. А вообще мы высчитаем потом точный расход в следующий раз на калькуляторе. В целом Урал все ведет отлично, температура, все в норме, едем, только заливаем топливо. Погодка периодически нам преподносит сюрпризы в виде града 3 минуты назад. Что ж, мы на полпути до Могилева. 49 километров, как раз видите знак, до Могилева. Отлично. До дома нам примерно 130 осталось. Река Друдь. Ну, здесь как бы такое своеобразное растечение, да. Вокруг рыбаки, обратите внимание, их количество. Вон они с моста прям ловят здесь все в рыбаках. Слева тоже все в рыбаках.
огромная-огромная речушка. Слева даже вот джипер какой-то приехал, видите? Ехал по пути, решил заехать на котлете. Все, продолжаем движение. Как вам погодка, друзья, а? Ё-моё! Апрель месяц. Такого у нас уже давно не было. Город Горки, друзья, мы почти на месте, но вроде все хорошо. Мне кажется, к концу поездки он все меньше и меньше жрет топлива. Потому что там еще был канистр. Раскатился. Не знаю, возможно. Ну что ж, слили воду, друзья. Мы на базе. Хорошее настроение. Доехали, в принципе, без проблем, можно сказать. Единственное, что нам докучило, это доливать топливо. Но что поделаешь, ничего страшного, разберемся. Всего мы спалили 90 литров топлива, проехали 280 километров. Расход примерно 32 литра вышел. Так что такое путешествие. Спасибо, что посмотрели. Урал едет очень классно. Лучше, чем наш, однозначно. Тяга. Просто в гору едешь, не тухнет. Ну, приятно ехать. Почему мой так Урал не едет, я пока что не знаю, но будем разбираться. Вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ, удачи и пока.